Лезгинская письменность, истоки и развитие. На эту тему в Сулейманцальском районе прошла ежегодная научно-практическая конференция. Она посвящена 150-летию первой лезгинской азбуки Казанфара Зульфикарова. Мероприятие прошло в Касумкенте, в фойе здания Дворца культуры. Были представлены книжные выставки, конкурсные работы и фотоальбомы, а также экспозиции предметов национального искусства и художественных промыслов. Программа научно-практическая конференция, которая проходит уже в 9-й раз, включала в себя пленарное заседание и работу по секциям. Предложения и пожелания участников конференции будут направлены в вузы, региональный научный центр, а также в министерство и ведомство для дальнейшей работы по сохранению родных языков.